Арктический форум в Архангельске стал площадкой для подписания целого ряда важных для округа соглашений. В их числе и договор с канадской студией Pinewood Toronto на съемке в регионе ремейка фантастического фильма ужасов «Выживший». Картина, основанная на реальных событиях, была снята еще в 90-е годы прошлого века. И, по словам представителей компании, новые технологии способны вдохнуть вторую жизнь в ее леденящий душу сюжет. В Ненецком округе зарубежных кинематографистов привлекла одна из буровых платформ, где и развернутся главные события фильма. По сюжету на добывающую платформу в Арктике поступило новое оборудование, которое позволяет бурить на недосягаемые ранее глубины более 20 километров. Но во время бурения нефтяники натыкаются на нечто необъяснимое. Из скважины вместо нефти идет некая слизь, способная излечивать раны. После начинается самое ужасное. Источник страшной субстанции – инопланетный корабль, который посетил Землю более миллиарда лет назад, а на борту у него выживший пришелец. И все бы ничего, но эта тварь, потревоженная людьми, вылазит наружу. Чем закончится схватка? Схватка между монстром и буровиками авторы пока умалчивают. Известно только, что финал будет кардинально отличаться от оригинальной версии фильма. Планируется, что натуральные съемки будут проходить в Печорском море, на ледостойкой платформе и в расположенном недалеко от нее поселке Варандей. В условиях договора значится, что в работе над фильмом будут задействованы в том числе нефтяники и жители округа. Старт съемочного процесса назначен на декабрь 2017 года. Кастинг на главную роль пройдет в сентябре в Нарьян-Маре во Дворце культуры Арктика.